Топ-3 постройки с партиклами в Майнкрафт без модов. Для всех построек нам понадобится командный блок, поэтому с помощью команды его выдаем. Таким образом ставим 3 командных блока, во всех прописываем партикл Майнкрафт двуточие, потом пишем лаба 3 партикл, потом пишем вот такие координаты, это будет значить, что вот у нас 2 блока выше от наших координат. И говорю сразу, все командные блоки в этом видео будут на цикле. И я все сделал правильно, поэтому, как видите, у меня работает. И пропускаем второй блок, переходим сразу к третьему. Тут у нас все то же самое, только вместо лавы вода. Здесь то же самое, только вместо лава дрип или water дрип мы пишем obsidian tear. Теперь делаем баннер фанты. Ставим его и точно такой же фиолетовый. Потом можете сделать другой какой-то напиток, но я лично предпочитаю воду, поэтому у нас будет буковка W. Ставим и готово. Для второго нам понадобится вот такая вот штука. И посередине ставим командный блок. Пишем уже нам знакомое Particle Minecraft, а потом Shriek Particle. Вот эта вот цифра, это высота. У меня она примерно вот такая, а у вас она может быть другая. В любом случае, если вы все сделали правильно, то у вас получится вот такая вот красота. Для второй постройки мы тоже делаем магию. Первый командный блок мы ставим внизу первого телепорта. Первые слова пишем один в один, как у меня. А потом указываем координаты второго телепорта. Подсоединяем к рычагу. В обоих пишем Sonic Exposition. Координаты первого и второго телепорта. И если вы все сделали правильно, то у вас получится вот такой вот рабочий портал. Пишите, какая вам постройка понравилась больше всего. Всем пока-пока!